Привет всем! Сегодня я буду мариновать острый перец. У меня есть вот несколько штучек острого перца, пол-литровая баночка. Также мне понадобится 2 зубчика чеснока, листья хрена, у меня сушеные листики, лавровый лист и несколько горошин черного перца. Для маринада нам понадобится 1 чайная ложка сахара и 2 чайные ложки соли. Это на пол-литра воды. Сейчас все сложим, перец и приправы в баночку, сахар и соль высыпем в пол-литра воды, закипятим, зальем наши перцы и закатаем. Вот я сложила все в баночку, сейчас буду заливать маринадом и закатывать. Вот я закатала наши перчики, теперь нужно хорошенько это все укутать. Вот, в несколько слоев, там, одеялами или чем вы там укутываете, и оставить на сутки. Вот, такой перец можно использовать в разных салатах, в первых, во-вторых блюдах. Вот. Я, например, ем так его с мясом, вкусненько покушать. Если любите остренькое, ставьте лайк. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока-пока. Извиняюсь, забыла еще сказать главный ингредиент, наверное. В маринад нужно добавить еще столовую ложку 9% уксуса. Вот. Теперь уж точно все. Пока-пока.